Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и это экстренное включение, потому что только что отключили режим союзники и отключили соревновательный режим от стендоффа. То есть, например, когда вы нажимаете кнопочку «Играть», выбираете режим «Союзники», вам выдают ошибку «Соревновательный режим в выбранном регионе пока что недоступен». Если же вы выбираете режим «Соревновательный», то опять же выдают ту же самую ошибку. И при этом, если вы меняете регион, вы думаете, типа, ошибка пропадет, меняем регион, и знаете что? Ничего не пропадает! Так, ребята, обратно же выбираем соревновательный режим, ничего не пропадает. Я вам скажу так, первое, не паникуйте, потому что разработчики обещали все это пофиксить. Во-вторых, подпишитесь на мой YouTube канал, там будет абсолютно вся инфа по поводу всех блокировок. И третье, самое главное, YouTube могут заблочить, и на всякий случай, чтобы мы с вами не потерялись, подпишитесь на мою телегу, и там я расскажу о всех причинах блокировки этих серверов, и как скоро их обратно возобновят. Все, ребята, всех обнял, вы лучшие, держитесь.